На Могилевщине сезон березового сока. Лесхозы региона в этом году планируют заготовить 2500 тонн березовика. Большая часть ценного напитка на переработку для предприятий, 300 тонн на экспорт в Литву и остальное на продажу населению. Что ж, редкая хозяйка, особенно в сельской местности, сейчас не занята консервацией сока. Березовик – наш первый весенний витамин. Это делянка заходского лесничества, где собирают березовый сок. Сезон начался чуть позже из-за погоды, но зато за 2 дня мешки на 40 литров заполняются доверху. Сок можно купить в лесничестве, но многие приезжают прямо в лес, чтобы убедиться. Продукт натуральный и самый свежий. Средний размер покупки – 1,5 литра. Закатываем, разливаю в бутылки, ставлю на балкон, завожу на дачу, оставляю там, стоит. Ну, полезный, во-первых. И, во-вторых, вкусный. Поэтому этот могилевчанин берет на всю семью 270 литров. Помогают в лесу любителям березового сока студенты агролесотехнического колледжа из Буйнич. Закатки закатывают. Пить тоже можно. А вы пьете вкусный? Да. Практиканты, будущие работники лесного хозяйства, этим солнечным днем в лесу получают от работы удовольствие. За что я люблю лес, это просто потому, что тут тихо, очень красиво, в принципе, ну, из-за этих двух пунктов. Потому что тут свежий воздух, можно спокойно, ну, заниматься своими делами. Как известно, сок дают деревья, которые идут под рубку. Большие березы, которым не меньше полувека. Но лесом действительно нельзя только пользоваться. Его нужно сохранять. Лес – наше богатство. Я всегда говорю, есть такие понятия, что лес весной веселит, потому что в лесу красиво. Летом холодит, осенью кормит, а зимой греет. Поэтому лес вот, – это как душа, понимаете? Тут надо зайти, как зайдешь душой, так с таким настроением с леса и выйдешь. Поэтому мы, ну, каждого просто пригласить человека, чтобы не только что увидели, что мы рубим, но у нас проходила акция леса, то есть много желающих было поучаствовать, посадить лес. Поэтому еще приглашаем, еще не поздно, можно даже семьями приехать, посадить вдоль дороги лес. Это будет памятное мероприятие, скажем, на всю жизнь даже своим поколением. Именно поэтому по соседству с делянкой, где собирают сок, садят лес, елки и дубки. Кстати, лесничий просил нас в репортаже обязательно сказать, что две семьи – Шкробовы и Изетовы, родители и дети – по собственной инициативе приехали, чтобы участвовать в неделе леса и посадить деревья. Побольше бы таких людей, потому что вот на этом месте хороший лес вырастет только лет через 80. Вы понимаете, что эти елки большими увидят уже, ну, может быть, ваши внуки или правнуки? Да, я это понимаю. И мне от этого становится радостно на душе, что в Беларуси будут расти хорошие леса. И что я приложил к этому какое-то усилие. Ну а что касается сока, то окончание сезона березовика уже не за горами. Как только становится тепло и на березах пробиваются первые листики, соком можно лакомиться только из банок. Это как раз первые закатки сезона. В деревне Глухи Быховского района Галина Владимировна Триманова знает толк березовики и его консервации, причем самыми разными способами, от стародавних до современных. Я думаю, березовый сок, он очень полезен. Это, и, во-вторых, это как бы и не покупать все от природы, от матушки земли нашей. И издавна готовили этот сок, но я уже показала изначально, как готовили. Сейчас в настоящее время мы готовим по-другому. И, наверное, нету ни одного человека на земле, на Беларуси, вернее, который бы не заготовил для себя сок. Березовый сок наша хозяйка закрывает на веранде. Погожий весенний денек – это делать приятно, особенно со зрителями. Галина Владимировна консервирует березовик с самыми разными добавками, которые делают вкус полезного напитка еще более ярким. Это травы, мелисса и зверобой, а также шиповник, липа, но есть и неожиданное решение – с тмином. А самый современный рецепт – с цитрусовыми. Ну, вот такая долечка нам подходит. Опять же, полстакана сахара, но лимонку мы добавляем. Но опять же, коль уже здесь лимон, значит, половина той нормы, которую мы наложили вот на эти баночки. Он, лимон, дает уже свою тоже кислоту.
Рецепт березовика понятен. Скипятить сок, немного лимонной кислоты и немного сахара. В свете современных тенденций, чем меньше, тем лучше. Зато больше креатива. Березовик с молодыми смородиновыми ветками не просто очень вкусный, он еще и невероятно красив. Выглядит по-весеннему свежо. А тут даже и зелененькие листики видны. Все готово. Когда все так ладится, спорится, и есть чего делать, я люблю готовить. И советую хозяюшке, что можете приготовить сами, не бегайте в магазин. Готовьте сами.